Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что с 1 сентября в общественном транспорте Самарской области стартует транспортная акция. Сразу две скидки на проезд до 31 декабря 2023 года. Поездки станут дешевле на 8 рублей, если оплачивать их картой МИР, загруженной в смартфон. Карта жителя Самарской области, которая также выпускается на базе платежной системы МИР, сэкономит держателю еще больше – 10 рублей. Ее также можно привязать к своему телефону. Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, метрополитене, а также в электричках Самарской пригородной пассажирской компании. При оплате проезда пластиковыми картами МИР или картой жителя Самарской области скидка на проезд не предоставляется. Администрация Советского района в телеграм-канале приглашает жителей на празднование Дня города 28 августа в 17:00 по адресу Свободы, 5-7. Это дворовая территория. Гостей праздника ждут увлекательные выступления творческих коллективов, викторины и интересные мастер-классы, спортивные игры. Приходить можно с семьей, с компанией, с друзьями. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер поддержки для отдельных категорий граждан государство предоставляет компенсационную выплату на приобретение и установку автономных пожарных извещателей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону, указанному на экране.